Всем-всем привет! Хочу представить вам сегодня мою новую девочку, Кити. Моя новая авторская работа. Такая миленькая девочка-путешественница. Живет она вот в такой коробке. В этот раз я решила попробовать сделать вот такую двустворчатую коробку. И мне кажется, вот такого варианта еще, вот такого варианта коробки масса возможностей. Я думаю, что так как именно эта девочка в образе предстоит перед нами путешественницы, у нее есть чемодан, наряды, шляпка, наряды для прогулок, а если кукла бы была не привязана к образу путешественницы, думаю, из этой коробки такой можно было сделать полноценный дом с окнами, внутри сделать какие-то полочки объемные, такие штативы для вешалочек, в общем, зеркала, рамки развесить, много всего интересного. И я думаю, что такой тип коробок для своих девчонок я буду использовать и дальше. В центре отдел, собственно, с самой куклой, и у нее есть друг, гусь Кряксич. Кстати, немножечко как, забегу вперед, да, я хочу сказать, что все в коробке приделано на резинках, спокойно переживет, я надеюсь, любую транспортировку. Все наряды, аксессуары очень хорошо закреплены вот на таких подложечках, да. И надеюсь, что ничего не выпадет. Кстати, сам гусь тоже прикреплен. Все аксессуары прикреплены эластичными резинками, то есть что позволяет спокойно вытащить аксессуар, поиграться и вставить в коробку назад, если будет такая необходимость. Девочка привязана к основанию коробки классной ленточкой. Так, ну вернемся к рассказу о самой. Малышка Кити со своим другом Кряксичем, большие любители путешествий. И я даже думаю, что вполне возможно, именно в этот момент они собрали свои вещи, и, возможно, едут на представление другой моей девочки, Ильсы и Эдварда. А в другой раз, я думаю, что они соберутся и поедут на чаепитие в гости к Лили Блум. Мне кажется, что все последние мои куклы, они так или иначе как-то в каком-то промежутке времени взаимодействовали с собой. Вот такая небольшая история этой крошки. У нее два наряда. Этот наряд, собственно, для путешествий. Шляпа гуся. И более уже такой легкий, воздушный, праздничный наряд для прогулок по тем местам, ну, где они путешествуют. Вот так девочка выглядит на подставке. У нее есть ну, такая замечательная шляпа. Она держится на завязках, и ее можно снять.
желаний. Собственно, платье для путешествий. Платьишко расшито по низу пайетками и бисером. В руках чемодан для путешествий, в котором Кити и Кряксич привозят все свои маленькие сокровища. Поверх платья можно надеть вот такую накидку. Она универсально подходит и к платью для путешествий, и ко второму наряду. И получаются вот такие универсальные два комплекта. Покажу поближе вот этого очаровательного гуся по имени Кряксич. Его шея украшена вот таким клетчатым платком, шляпка. По форме напоминает ту же, что и у Кити. Вот, и гусик самостоятельно стоит и является таким основным элементом, который завершает всю композицию. В руках у Кити чемоданчик, он держится на резиночке и легко снимается. Волосы можно распустить, но мне нравится, как смотрятся эти две косички. Придают Кити такую детскую непосредственность и очарование. В комплекте, конечно, с куклой идет такой паспорт, на котором изображена, собственно, сама Кити и гусь. И, надеюсь, сама открытка паспорт передает атмосферу путешествий. Здесь подклеены небольшие билетики и различные надписи, которые отсылают, собственно, к самим путешествиям. Ну и на заднем фоне вы видите коробку, в которой, собственно, все упаковывается, все аксессуары и сама девочка.